на месте. Летайте самолетами Аэро Шелдона. Выходи, мотор вышел. Справляешься, Рико. За это тебе положена премия. В результате твоих действий мы чертовски быстро выясним, кто там работает с группировками. Хотел бы я знать, почему кто-то хочет захватить контроль над этим крошечным островком, когда рухнет режим малыша Паная. Что благодаря тебе случится довольно скоро. Так держать, друг мой. Скорпион, этот черный ящик принадлежит жнецам. И их еще много. Поможешь нам найти их?
Рванул! Вперед! Уже давно воруем у правительства дизельное топливо. Нужно, чтобы ты выяснил, что им там об этом известно. Отправляйся к их исследовательским станциям, сэр Даду. Минус одна. Две остались. Еще одна. Вижу! Вижу врага! В атаку! В атаку! Я доволен, Скорпион. Ты действуешь как истый Улар. Выше головы! Ему не уйти! Я захожу. Захожу с фланга! Вижу врага!
Скорпион, друг мой, наше жалкое подобие президента начинает в Панау спутниковую программу. Она опалит землю наших предков и сожжет ресурсы, которые по праву принадлежат людям Улара. Кроме того, так правительство Панау сможет контролировать все средства массовой информации в стране. Мы хотим, чтобы спутники остались на Земле. Идеально, если в виде маленьких кусочков. Вот она, стартовая площадка президентской машины для промывания мозгов. Уничтожь для меня эти спутники, хорошо, сэр Даду? Ну, раз уж ты просишь так вежливо. Спутники расположены на верхушках ракет. Тебе нужно добраться до стартовой площадки, чтобы уничтожить их все. Залезь на стартовую площадку, уничтожить спутники. Все понял. Куда он делся? Скорпион, используй лифт! Он расположен сзади! Это единственный способ забраться наверх. Еще хочешь, супер? Так, все вперед! Мы его поймали! Я его не вижу! Он там! Перестроить! Вот и твой этаж! Отсюда ты сможешь добраться до спутника! Ну все, тебе конец! Он убегает! Обойти его! Минус один. Два осталось. Отличная работа, Скорпион! Всегда рад помочь. Мы тебе все равно найдем. Запуска.
Пришлите подкрепление! Он убегает! Старт через 9 минут. Отсчет идет. Атакую! Куда он делся? Он здесь! Он здесь! Не вижу цель! Я его вижу! Он прячется! Я захожу! Укрытие! Отлично! Ты стоишь своих денег! А теперь разберись с последним спутником, друг мой! Старт через 8 минут. Отсчет идет. Очень хорошо, Скорпион. Всем спутникам кранты. И наш президент-недоумок теперь... Что? Что это? Проклятие. У них есть спрятанный четвертый спутник. Процедура запуска уже началась. Тебе придется уничтожить ракету в воздухе. Скорее, найди самолет. Он в ангаре. Быстрее, сэр Даду. Уничтожить в воздухе? А это не слишком просто, нет? Процедура запуска через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Он быстро набирает высоту. Поторопись, Скорпион! А чем я, по-твоему, занимаюсь? Два, одну, старт. Он быстро набирает высоту. Поторопись, Скорпион! А чем я, по-твоему, занимаюсь? Ракета запущена! Запах победы! Сегодня ты оказал неоценимую услугу всем Уларам, Скорпион. Ну да, и всего делов-то. Повстанческие группировки Панау вскоре будут повержены. А до тех пор... Неопознанные террористы совершили сегодня нападение на здание Пануанской космической программы. Считается, что нападение совершили иностранные преступные группировки. Умный в гору не пойдет.
Скорпион, Великой Революции требуется герой, который умеет пользоваться оружием и взрывчаткой. Я хочу, чтобы ты преподал правительству урок суровой любви. Я знаю, товарищ, ты человек великого таланта. Я его вижу! Идем сюда! Вот это место! Если воспользоваться этой шахтой биотоплива, можно устроить отменный взрыв. Ему уйти. Я его вижу. Атакую. Замети его. В укрытии. Атаку. Я вижу этого труса. Огонь. Атаку. Перестроиться! Не могу прицелиться! Вот он, ублюдок! Вот! Не дайте ему уйти! В атаку! Обойдите его! Он! По славу панов! Он там!
Что за... Я захожу. Скорпион, убирайся, пока все не взорвалось. О, Скорпион, мой герой, народ Панау воздвигнет памятники в твою честь. Захожу. Добейте его. Вижу цель. В атаку! Обойти его. Захожу с фланга. Становись к пулемету. Смотри, он ранен. Добейте его. Вон там! Взять его! Выходи, оторвусь! Общеизвестно, что любых политиков легко облапошить, запугать или подкупить. Однако бывают и исключения. Вот Кинран Тен. Доблестный и неподкупный. Человек-сталь. Но меня железные люди раздражают. Поэтому, товарищ, я прошу тебя, доставь его ко мне. Справишься ли ты с этим героем? Как и следовало ожидать, будет...
будет ехать в лимузине. Угони лимузин и привези его ко мне. Вижу врага, всем постам! Огонь на поражение! Сообщается о боевых действиях в секторе. Немедленно направиться на место. Невероятно. Теперь отвези Тенга в убежище. Посмотрим, какой он на самом деле храбрый. Я не потерплю такого обращения. Немедленно остановите Массену. Останови Массену и выпусти меня. Ты даже не представляешь, с кем ты сейчас связался. Мистер Тенг, или вы сейчас добровольно отправитесь со мной, или придется отрезать вам обе руки и шлепать вас ими всю дорогу до места назначения. Вот ими. Сосредоточиться! Обхожу! Я его вижу! Заходи! Заходи! Доблестный воин. Ты станешь легендой.
День революции близится, и жнецам нужно новое снаряжение. Ты должен угнать для меня броневик. Снова стало, как прежде. Чиновники. Эти змеи-капиталисты с радостью берут взятки. Но они никогда не соблюдают свою часть уговора. Пора показать им, что с нами шутки плохи. Когда запись попадет в эфир, вся страна вспыхнет. Так что, товарищ, отправляйся к пануанской новостной сети. Мы отправим тебе туда видео.
После этого твоя задача будет использовать их технику, чтобы передать запись в эфир. Сегодня ночью на улицах начнутся бунты. Ну, это было обалденно. Не повезло, компания. Товарищ, тебе нужно выставить 4 тарелки на платформах, чтобы начать загрузку. Очень скоро начнется восстание. О, товарищ, я вся дрожу от нетерпения. Я его вижу! Бегом сюда! Вижу цель! Одна тарелка.
Пятерка настроена. Три осталось. Брат на моем участке! Врагам нужен прошу поддержку! Будь осторожен, товарищ. У них там сенсорные турели.
Скорпион, убирайся, пока все не взорвалось. Ну и в конце нашей передачи...